На Новый год россияне могут остаться без любимых праздничных блюд – селедки под шубой и красной икры. Рыба растет в цене, а с января, по прогнозу экспертов, вообще подорожает на 30%. В Росрыболовстве заявили, что дело идет не только к скачку цен, но и к дефициту рыбных деликатесов. Они могут просто исчезнуть с прилавков. Сельди, мы полагаем, что она вырастет в цене на 30%. Но и рынок упадет в 2,5 раза. Ловить рыбу меньше не стали, просто большая часть идет не на внутренний рынок, а на экспорт. Российскую рыбу охотно покупают в Японии, Китае, Корее. Морская рыба – это самый лучший источник белков. Ориентируясь на данные Минздрава, в год человек должен съедать не менее 18 килограммов рыбы. С начала 2013 года эти показатели никак не укладываются в жизнь россиян. А с повышением цен и вовсе могут спуститься к минимуму. Что касается охлажденной рыбы, цена уже не повышалась в течение полугода. Получаем ежедневно и огромный хороший ассортимент.